что такое квантовый скачок и как его совершить. Оставайтесь со мной в этом видео до конца и узнайте все лайфхаки и секретики. С вами Марина Хмеловская, ваш проводник в мир кармы. Итак, что такое квантовый скачок? Квантовый скачок равно действие, равно выход из ваших каких-то моделей поведения, по которым вы привыкли жить. Выход из родовых программ, которые передавались из поколения в поколение и мешают вам выйти на тот уровень жизни, о котором вы мечтаете. Давайте вам расскажу на собственном примере. Когда мы купили вторую большую квартиру и нам нужно было сделать в ней ремонт, все друзья, родители говорили нам: оставайтесь, живите в старой квартире, зачем вам тратить деньги на съемную более хорошую квартиру и делайте себе потихоньку ремонт. На что я сказала: нет, мне старая квартира мала, мне нужен квантовый скачок, мне нужно новое пространство, мне нужно новое состояние, которое я буду получать в новом доме. И мы пошли алогично, против всех стереотипов, мы сняли большую съемную квартиру, которая стоила недешево, и продолжали делать ремонт в своей новой второй квартире. Это и был наш квантовый скачок. Как только мы переехали в новое пространство, наш доход увеличился вдвое. Через полгода нам пришлось переехать еще в одно съемное пространство, потому что нас попросили освободить съемную квартиру, и мы подняли чек в два раза и переехали еще в более крутое жилье. Все хватались за голову и говорили: вы безумцы, платить по 1500 долларов за съемное жилье в Киеве, тогда, когда у вас идет ремонт, и вы только делаете, что носите деньги на этот ремонт. Но мы с мужем сказали: нет, мы должны выйти на этот уровень благосостояния, ощущения себя, что мы изобильные люди, мы не будем ужиматься в комфорте. Это был второй квантовый скачок. Поэтому на этом примере, друзья, квантовый скачок – это новое действие, которое вам кажется абсолютно алогичным, где-то страшным, где-то нерациональным, но которое вы можете в принципе себе позволить. Это не про транжирство, это не про безумие, это про смелость выйти из одной реальности, которая вас тянет вниз, в совершенно другую реальность. Расскажу еще один пример. Например, вы хотите красивых, гармоничных отношений, и вы понимаете, что у вас трое детей, или четверо, или один ребенок, у вас муж, вроде бы притерлись, непонятно, любите или нет, но где-то в глубине души понимаете, что ваши ценности уже разные, что вам пора идти разными дорогами. Но все вам говорят: ты сошла с ума, у вас дети, кому ты будешь нужна с детьми? У вас по роду программа женщины-жертвы, которая жертвовала собой ради детей, жила с нелюбимым и так далее. Вот ваш квантовый скачок будет в том, чтобы честно себе признаться, что все, отношения как мужчины и женщины закончились. Но вы всегда будете мамой и папой для своих детей, и это нормально. И можно простраивать нормальные отношения даже после разрыва, после развода. И ваш квантовый скачок будет в том, чтобы выйти из этих отношений. Несмотря ни на что, на страхи, на то, что вам будут говорить родные, друзья, близкие, слышать свое сердце и идти за ним. В этом у меня тоже есть опыт. Я была первый раз замужем 4 года, и когда я поняла, что мой первый муж, он классный, но совершенно у нас разные ценности, интересы, нас не объединяет ничего, кроме телевизора, я честно сказала ему о том, что я не хочу тебя делать несчастным, я сама несчастна. И я сделала выход из этих отношений. Хотя весь мир был против меня, и все крутили у виска. Еще расскажу вам один собственный пример. Еще один квантовый скачок, когда я работала в журналистике, на телевидении, в газетах. Но меня заинтересовала психология, я начала организовывать тренинги, изучила матрицу судьбы. И я почувствовала, что я уже не хочу связывать свою жизнь с телевидением. Для меня это было очень-очень болезненно оторваться от своей старой жизни. Потому что я любила это дело. Я зарабатывать могла только тем, что я пишу, снимаю видео, делаю сценарии. Я не могла понять, где деньги в психологии, в развитии личности. И на своих организаторских группах, которые я организовывала, ну, я зарабатывала сначала достаточно мало. Ну, я не могла на это прожить. Но меня поддержал уже мой второй муж, Алексей Просекин, которого, скорее всего, вы знаете. И я сделала этот квантовый скачок. Я сказала: окей, тут у меня уже сил быть нет,
я не вижу тут свое развитие. Здесь мне супер интересно, здесь пока мало денег, но у меня тут идет энергия. И я не побоялась оставить одну деятельность и связать свою жизнь с психологией, с развитием, потом с кармой, встретила своих духовных учителей. Поэтому, друзья, квантовые скачки делать страшно. Это правда. И правда в том, что вам придется приложить усилия для того, чтобы сделать этот квантовый скачок. Но знаете, что еще страшнее? Страшнее стоять на месте и не развиваться. Страшнее оставаться в тех программах, которые вас тяготят и которые делают вас несчастными. Сейчас такое время, где каждый человек должен принять решение, кто он, куда он идет, научиться жить по сердцу, научиться жить и кайфовать, делать то, что ему нравится, и освободиться от всех этих грузов, от всех камней в душе, от того, что тянет вас вниз. Я вам желаю классных квантовых скачков, я буду рядом. Пожалуйста, оставьте свои комментарии под этим видео. Кто сейчас находится вот в пограничном состоянии, кто хочет сделать этот квантовый скачок, но не может, а возможно, кто-то уже и сделал, поделитесь своим опытом. Ну и, конечно же, вы всегда можете поддержать наш канал. Под этим видео ссылка на донейшн единоразовый, либо на Patreon, это подписка ежемесячная, подписка для поддержания нашего канала. И все средства будут потрачены на то, чтобы снимать, продолжать снимать для вас полезный контент. С вами была Марина Хмеловская. Дорогие друзья, приглашаю вас в свою школу кармологии, где я обучаю профессионально консультировать и зарабатывать на этой профессии от 1000 долларов в месяц из любой точки мира. Все подробности под этим видео в описании. Жду вас!